Сербия готова возобновить переговоры с Косово, которые были прерваны осенью 2018-го на фоне решения Приштины о введении повышенных пошлин на сербские товары. Оппозиции Белграда в интервью Евроньюс рассказала министр по вопросам интеграции Сербии в ЕС Ядранка Яксимович. По ее словам, диалог возможен при уважительном отношении к сербской национальной идентичности. Мы никогда не выступали против диалога. Я думаю, Белград показал свою приверженность переговорам, даже несмотря на то, что они очень непопулярны и не будут популярны ни при каком другом правительстве. Именно из-за того, что проблема Косово связана с ощущением и пониманием национальной идентичности сербов. Ранее новый глава частично признанного правительства Косово Абдулла Хоти назвал возобновление переговоров с сербскими властями своим приоритетом и подтвердил готовность к диалогу при посредничестве ЕС. Посмотрим, как будут развиваться события. Я вижу много оптимизма со стороны Евросоюза. Я ожидаю, опять же, что у нас состоится содержательный обмен мнениями с Косово относительно того, что уже было достигнуто и что еще не сделано. И затем мы продолжим работу прежде всего по имплементации всех тех соглашений, которые еще не были реализованы. После того, как Приштина отменила пошлины на сербские товары, президент Сербии Александр Вучич заявил, что это поможет наладить экономические отношения. При этом он подчеркнул, что Белград не станет выступать с инициативами по решению косовского вопроса.